Ну, первый тайм, можно сказать, очень плохо мы игры выглядели. Как-то скованные все были и почему-то решили длинными передачами вперед играть. И... Что, в принципе, не следовало делать. Вот, во втором тайме там внесли какие-то коррективы, кое-какие попытались мяч вниз положить, что-то поправить, но все равно эту как содержание игры ни в каком случае нельзя в активы Ростова занести. А результат, конечно же, очень плачевный. Мы обязаны были эту игру выигрывать. Ну, в который раз какие-то игры, которые, кажется, должны быть наши, мы не справляемся. С вопросом, коллеги, пожалуйста. Да, в общем. Какой вы себе профессиональные и моральные ресурсы для того, чтобы продолжать такую основную дальше? Ну, после каждого такого серьезного проигрыша, конечно, любые мысли приходят в голову и руководству, и самому тренеру, это логично. Пообщаемся мы с руководством, посмотрим, что и как. Вопрос, коллеги. По игре. Спешить, я думаю, не стоит просто с какими-то там выражениями и высказываниями по горячим следам. Ну, все это в нашей жизни присутствует. А что вы сейчас сказали игрокам? Ребятам я ничего еще не сказал, потому что зашли люди из руководства тоже, с ними поговорили. Что сказал руководство? Ну, что сказал руководство, пусть кто-то вам скажет. Я с раздевалки не могу выносить ничего. Друзья, вопрос. Да, Никита, пожалуйста. Как вы считаете, ребятам хватило физической мощи в конце? У нас много чего не получалось, так как моментов мало создано было. Тут только физической мощи, не думаю, смысл есть говорить. Такая игра, качели были, могли одни и вторые за счет ошибки другой команды забить какой-то гол. Ни та, ни другая не забили. В принципе, лотерея, пенальти – это лотерея, мы все знаем прекрасно. Коллеги, вопросы, Юр, пожалуйста. Вы отрабатывали пенальти на тренировках? Отрабатывали и перед «Динамо», и перед, и вчера. Но это такое дело, это отработка, не всегда это приносит плоды. Вопросы, друзья, да, Вить, пожалуйста. Скажите, а как определялась группа игроков «Юж»? Ну да, кто хорошо себя чувствовал, и мы там знаем, кто, в принципе, умеет бить. Все пять забили, вот шестой уже пошел, это уже было произвольно. Там дальше ни одна команда не назначала, там они сами разбираются по самочувствию.